Джордан, сегодня ты впервые тренировался на поле, пока по индивидуальной программе, но как оценишь свое состояние? Status is good. В целом ситуация хорошая, по травме динамика положительная, физически тоже себя хорошо чувствую, потому что, во-первых, индивидуально работал во время отпуска и в сборной был, так что физическая форма сейчас хорошая. После сборной, я слышал, ты получил 3 выходных, но сам решил провести их с командой? Да, это было мое решение, оно было принято до того, как я получил травму. Я подумал, что вместо того, чтобы сидеть в Катаре 3 дня и ничего не делать, лучше приехать сюда, побыть вместе с командой, поддержать ребят и индивидуально поработать. Твоя девушка Бьянка, у которой сегодня день рождения, не обиделась на такое решение? Нет, она все поняла и все приняла, в этом плане проблем нет. Вот, более того, она сейчас приедет ко мне сюда после сбора, когда у нас будет несколько дней выходных, и поэтому вместе все-таки мы с ней побудем. На прошлой неделе ты забил первый гол за главную сборную Швеции. Одно из важнейших событий в твоей карьере на данный момент? Yes, of course. Безусловно, играть в сборную была моя большая мечта, и забить за нее в том числе. И если все будет хорошо, то я продолжу здесь играть в «Спартаке», и благодаря этому смогу продолжить выступать за сборную. Какая следующая, такая, ближайшая цель? Касаемо командных задач, то прежде всего выиграть как можно больше матчей этой весной, потому что данное положение турнирной «Спартака» никого абсолютно не устраивает. Мы недостойны быть на этом месте. «Спартак» – великий клуб и достоин большего, поэтому и я, и остальные ребята сделаем все возможное, чтобы как можно выше подняться весной в турнирной таблице. А касаемо сборной, моя следующая цель, задача и мечта – это сыграть на Евро-2020. Я знаю, что это будет непросто, потому что конкуренция внутри команды большая, но тем не менее, я считаю, что шансы у меня есть, если хорошо поработать здесь, в клубе.